Всем привет! Я сейчас вам расскажу то, что мне подарили сейчас на Новый год. Ну, показывай, что там тебе подарили. Там из мультика нарисовано сказочный патруль. Из мультика сказочный патруль, да. Девочки, да? Сегодня мне подарили вот такую вот звездочку. Там вот такие вот заколки, помада есть и яки. Кто это подарил, во-первых, скажи? Люля Катя подарила, да? Угу. Люля Катя. Она забежала перед Новым годом и подарила подарочки. Марьяне достался вот такой вот хорошенький набор косметики из серии «Сказочный патруль». Набор сказочной косметики. В наборе тени для век, гелевый глиттер, губная помада, лак для ногтей, заколки для волос. Ты уже разглядываешь там? Вот, все реальное, волшебно. Ты еще сомневаешься? Набор сказочной косметики. Развивает творческие способности и воображение. Стань волшебницей. Создай сказочный макияж. Ну, правда, конечно, 6+. Нам пока еще нет 6+. Сколько тебе лет, Полин? Мне? Сколько? 4. 4. Ну, ничего страшного, мы же уже можем накраситься, правда, дома? Да. Мы же никуда не пойдем накрашенные. Конечно, мы еще малыши. Нам очень нравится косметика. У тебя уже была косметика? Да. У меня сейчас 2. Чего 2? Косметики. Наборы, да? 2 набора. Да. У меня один зайчик и один звездочка. Звездочка. Ну давай, давай показывать скорее, что это за набор, что здесь такое. Давай повнимательнее расскажем и покажем. Вот, вот такие вот тени есть. В общем, набор, значит, выполнен в форме звездочки. Такой красивой, волшебной звездочки. Он состоит из скольки ярусов? Сколько здесь этажей? Стой. Посчитай. Можешь? 3. Как 3? А, правильно, 3 этажа, а верхняя это крышечка, да? Да. Верхняя крышечка. Ну, давай, открывай первую. Что здесь? Здесь звездки. Есть зеленый, розовый, там синий, серебряный, оранжевый. Умница. А в какой в форме чего блестки? Звездочки. Звездочки, там а посередине? Кружок. Кружочек, правильно. Тебе нравятся звездочки? Да. Очень красивые. Попробуем накраситься. Давай сначала рассмотрим, что здесь есть вообще, да? Давай. Потом попробуем накрасить. Давай второе отделение открывай. Вот здесь, такие. Что это? Есть тени, есть фиолетовый, там розовый, голубой, зеленый, оранжевый. Да. И кисточки, две кисточки там. Да? Да. Здорово. Для блесток и для этого. В форме чего? В форме цветочек в сердечках. Там. Ну, тут полумесяц, да? Ну, я не знаю. Давай следующий ярус. Ой, подожди. Открывай скорее. О, как по волшебству. Здесь заколки, помада и як. В форме ёзочки, палочка и в форме цветочка там. Ёзовые жёлтые. Посмотри на меня. Тебе нравится? Да. Будем краситься? Зелёные там ещё. Будем краситься? Да. Ну, здорово. Ну, давай начинать. Сначала? Что сначала? Всё сначала. И на меня смотри только и рассказывай. Сначала все сначала будем. Что будем? Блёстки. Я считаю, что сначала нужно тени. А на тени уже блёстки. Потому что ты блёстки, если нанесешь, то тени на них не лягут. Давай сначала тени попробуем. Давай я тебе помогу. Это я там уже испытывала. А, ты уже испытывала. Вот, тени. Ну да, там видно, что кисточка уже немного... Конечно. Да. Ну давай я тебе помогу. Мама. Каким цветом тебя накрасить? Мне надо... Ну, какой? Выбирай. Мне это... Голубым. 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 Ну давай, я тебе накрашу голубым. Так, закрывай глазки. Ты моя девочка. Мам. Да. Яком я сама и помадой. И помадой тоже сама, но это нужно будет зеркало принести или сходить к зеркалу. Ну-ка посмотри на меня. Закрой глазки.
Да, видно очень хорошо. Такие нежные. И блестки теперь, да, сверху? А вот да. Для блесток нужна другая. Зеленые. Как зеленые? Ты же голубым красишь. Тогда розовые. Как? Голубые блестки нужны, раз ты голубым красишь. Давай голубые блесточки. Синие. Ну, синие. Давай кисточку. Мы возьмем сейчас вот эти голубенькие. Вот они, да? Так. Закрывай глазки. На меня только посмотри, пожалуйста. Ну, в смысле, голову подними. Вот так. Мама, когда сидят, на мои глазки капают капельки. Тебе не давит там ничего, нет. Не щипит? О, какая ты блестяшка вся, да? Какая красота. Ну-ка, посмотри на меня. Вверх голову так подними и закрой. Пошевели немножко головой. Ну, блестят. Красоточка. Красоточка. Что там дальше у нас? Мама, идет? Соедини. Давай. Сейчас. Отремонтируем немного. Так. Да что такое? Так. Кисточки-то нужно было на место убирать. Базакойки теперь. Еще раз повтори, что ты сказала? Давай закойки теперь. Давай, какая это одна закоточка? Просто... Ой, какая красивая. Какая клюжица. Посмотри, она в форме розочки, да, сделана? Да, и это тоже в форме розочки. Давай, я тебе челочку заколю, как раз она у тебя тут болтается, да? Вот так. А я пока зеленую желтой. Тоже будем цеплять? Да. Такая же, вот розочка тоже, да. Красивая. Оп, все. Бедяк. Лаком будем красить тоже? Да. Ну, давай мы сейчас вот эту вот коробку так перевернем, чтобы мы... Настоящая. Сейчас посмотрим, чем она пахнет. Ну, нет, она без всякой отдушки, не фруктовая, не сладкая, просто помада. Молодец. Ой, ты, господи, знаешь все, да? Ну, она, если честно, просто как этот бальзам. Бальзам для губ. Идет немножко с цветом. Нет, нет, вот так. Улыбнись наоборот. Вот так, да. Вот и все. Немножко блеска придает только. И все. Так, а где крышечка? Вот она. Тоже сразу все на место убираем. Потому что у нас есть один маленький разбойник, который может все это быстренько-быстренько у нас испробовать на себе. Ну что, теперь нам осталось выбрать только ободочек. Вот у нас здесь есть вот такой красивый перламутровые бусинки. И шарики вот такие белые. Да, и шарики красивые бусинки. И есть еще у нас... Корона такой. Принцессы. Какую будешь на себя? Я еще белый. Он беленький, подходит. Да? Подходит. К чему подходит? Мне кажется, тут все подходит. Нет, лица... Нет, лица ёсовый. Корону? Да, потому что у меня ёсовый яд. У тебя лак оранжевый вообще-то, доченька. Нет. Розовый? Ага. Так, стой, так. Как-то я тебе криво. Криво на него? Посмотри на меня. Ну, сама помада. Нормально? Ну, красотка? Да. Всем пока. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.